Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Лермонтов словно описывал гонку крейсерских яхт в Самаре. Фестиваль «Регата памяти Владимира Высоцкого» прошла в 24-й раз. Одно из крупнейших событий регионального парусного спорта объединило яхтсменов из Самары, Тольятти и Сызрани. 23 команды прошли 2,5 морские мили, чтобы почтить память знаменитого барда. Традиционно на одной из яхт развивался флаг с портретом Высоцкого. «Этот символ регаты украшает судно с 2000 года», – рассказал капитан Валерий Паух. «Уже в Самаре ни у кого не остался. Единственный в Самаре сохранившийся флаг. Самое крутое, что столько лет эта регата существует, что она умеет организовать людей. Сегодня погодка такая интересная, сами заметили, ветер порывистый, с большими отходами, заходами. Так что немножко пришлось приложить усилий». Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР Всеволоду Ханчину. Он на протяжении многих лет являлся президентом Центра музея Владимира Высоцкого. Созданная им регата стала достоянием не только Самары, но и всей России. Дело Всеволода Ханчина продолжила его дочь Людмила. «Концепция этого соревнования заключается в том, что это не только спортивное мероприятие, но это еще и фестиваль регаты. Что означает фестиваль? То, что выступают артисты, музыканты и так далее. То есть мы творчество поэта объединяем с ветром паруса». По традиции, после гонки участники фестиваля слушают песни барда. 7-й год подряд для яхтсменов выступает Наталья Ростова, певица и поэтесса. Вместе с Максимом Хвостовым Наталья исполнила 2 песни Владимира Высоцкого: «Прерванный полет» и «Так дымно». «Может, были с судьбой не лады, со случаем плохи дела, и тугая струна на лады с неизменным изъяном легла». Пока звучат песни, судьи определяют победителей. Их выбрали в каждой из 6 категорий в зависимости от парусности, размера и гоночных качеств. Абсолютным победителем фестиваля становится тот, кто прошел дистанцию быстрее всех. Самой быстрой командой оказался состав яхты «Гэлакси». Им вручили главный приз – денежный сертификат и переходящий кубок. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.